В своей статье Нурсултан Назарбаев говорил о реформе казахстанских судов. Служители ФЕМИДы в Кустанае считают, что изменения будут способствовать повышению прозрачности и доверия общества к судьям. Центральным стал вопрос формирования качественного судейского корпуса. Закон предусматривает жесткий отбор кандидатов и высокие требования к ним. А для максимально открытого правосудия казахстанские залы слушаний будут оснащены аудио- и видеофиксирующей аппаратурой без возможности остановки или редактирования записи. На сегодняшний день у нас практически 100% всех судебных заседаний в судах области ведется в режиме видео-аудиофиксации. Реформы, конечно, не актуальны. Безусловно, то, что мы сейчас делаем, то, что инициировал президент, я бы сказал, это мощнейший рывок. Это раз. Во-вторых, что особенно меня радует, что эти изменения столь мощные, они производятся не революционным путем, а эволюционным путем. Причем эволюция это стремительная.